Что в отдел полиции доставлены? Из-за люков. Что за люки? Что вы с ними делали? Расскажите. Снимали и ездили металлобазу, их сдавали там. А какое количество? Это 17, наверное. 17, да. Какую сумму выручили? В общем, получили. Ну, где-то... Я один, наверное, где-то 1008-9. А цена от одного люка примерно какая? Ну, там по весу уже. По весу. 40 килограмм, может быть, 30 килограмм по-разному. А в каком городе вы эти люки получили? Все по Махачкале, да? Да.